Всевышний Аллах говорит. Сура Тулаха, это был 123 аят. Всевышний Аллах нам говорит. Бисмиллях рахмана рахим. Аллах бит у минха джамия. Всевышний Аллах говорит. Я, говорит, сказал Адаму и Хаве. Вы, говорит, уходи, да, спускайтесь на землю вы все. Всевышний Аллах говорит. Я, говорит, так сказал. Баалдукум ли баалдин адуу. Но потом вы станете, часть из вас станет для части другого врагами. Обратите внимание, Всевышний Аллах уже нам сказал, что вражда будет между вами. «Фа имма ятиянакум минни худан». Но вы знаете, говорит Всевышний Аллах, от меня к вам поступят наставление и праведность. Аллах говорит, от меня вы получите это все. «Фа мани табаа худая». И тот из вас, который последовал за моими наставлениями, фаля ялдиллю, он не заблудится. И вот основной момент, который он очень связан с нашим уроком. Всевышний говорит, валя яшка, он не станет несчастным. Представляете, он не станет несчастным. Какие бы ни были проблемы, какие бы ни были у него переживания, он несчастным не будет. Его счастье не покинет. Его покой не покинет. Вот Всевышний Аллах так говорит. И он говорит, Аллах Всевышний говорит, «Фаля язиллю, валя яшка». Он не станет несчастным.